Давайте просто поболеем за Свету. Она все-таки дает нам столько эмоций. То, о чем мы с вами говорили. Тренировка. Ну вот ей прощаешь падение, да, Свете? Вот в этом случае мы. Ну, мы к ней просто. Прощаем. Ну, да, действительно, она такая большая сила. Ну, просто так... логически. Да, да, да. Она вправе порепетировать здесь. Да. Хоть, в общем, тоже злоупотреблять не надо, потому Нет, что это все как-то отпечатывается. Она сама говорила об этом, что она действительно, это просто прогон для нее. Она здесь не обнадеживает зрителей, понимаете? Есть, когда рушатся какие-то надежды, да, есть, когда тебе говорят, не будет этого. Ну, не будет, ну, не получишь ты эту медаль. Я не получу эту медаль. Она об этом говорит и, в общем, имеет право на контрольную тренировку на чемпионате России. Коркина имеет. Даже свой любимый соскок, который она безукоризненно всегда заряжает им свою программу. И здесь как-то она даже отскочила так безвольно. Может, не выспалась еще к тому же. Может быть. Еще... Может, немножечко вес лишний, может быть, да, ну просто может не та форма. Немножко лишнего веса, конечно. Невозможно себя держать в таком весе, в котором она была на Олимпийских играх. Или на чемпионате мира. Свечилась. Просто, да.